Правительство Азербайджана подало иск в Европейский суд по правам человека в связи с агрессией Армении против Азербайджана. Иск подан не гражданами Азербайджана, а правительством страны и является первым межгосударственным делом против Армении. Об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Кемал Джафаров. Кемал Джафаров считает, что здесь главная цель – доказать прямое нарушение Армении соответствующих статей Европейской конвенции о правах человека. По его мнению, несмотря на определенные трудности, Азербайджан достигнет поставленной цели. По словам депутата, в заявлении затронуты вопросы нарушения прав граждан Азербайджанской республики на жизнь, уважение их личной и семейной жизни, свобода вероисповедания, пыток и жестокого обращения, право собственности и свободного передвижения в результате оккупации Армении Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана. Также говорится о пропаже без вести 3890 граждан Азербайджана и непринятии Армении каких-либо мер для расследования. Наряду с этим в иске нашли отражение факта нарушения прав граждан Азербайджана, охраняемых Европейской конвенцией по правам человека, в результате военной провокации вооруженных сил Республики Армения на Тавузском направлении в июле 2020 года. Депутат отметил, что в заявлении также подчеркивается, что граждане Азербайджанской республики лишены права вернуться в свои дома из-за того, что Армения на оккупированных ею территориях установила большое количество мин, разрушила наши города и села, а также направила на освобожденные от оккупации территории незаконные вооруженные формирования после акта капитуляции от 10 ноября 2020 года.